Давайте посмотрим послание вам. И еще у меня такая просьба одна. Тут очень много женщин появилось у меня в комментариях, которые пытаются комментировать, как-то высказаться мне определенными путями. Не нужно пытаться идти наперекос. Если вас что-то не нравится, если вам что-то не нравится, говорите мне прямо, пишите мне прямо. Марета, так и так, так и так. Набирайтесь смелости и пишите мне прямо. Вы получите очень большие деньги. Здесь будут деньги. Вам послание, что у вас будут очень большие деньги. Но за этими деньгами кто-то следит. И, возможно, следят ваши родственники. Есть женщина, которая на вас гадает и имеет виды вам нанести магический удар. Вот. Здесь какая-то женщина, которая на вас постоянно гадает, смотрит и хочет вам как-то нанести удар. Магически. Женщина может быть практиком. Здесь будет у вас дорога. Вы куда-то поедете. Кстати, может быть успех в работе. Если вы работаете в компании очень давно, возможно, будет повышение. У кого-то будет развод. Вы расстанетесь, разведетесь. Кто находится на стадии развода, те разведутся. Получат новую должность. Мужчины и женщины, которые только что познакомились, вы столкнетесь с обманом. То есть тот человек, с которым вы только недавно познакомились, относится к обманщикам. Он вас обманывает. То есть он уже вступил с вами в отношения, будучи несвободным. Вы встречаетесь с тем человеком, который не свободный. Это может быть как и мужчина, может быть так и женщина. Вы столкнетесь с обманом. У вас на пороге тут еще мужчина бывший, прям приходит к вам скоро. Вот. Но вы не захотите его принимать или же будете выбирать между новым мужчиной. И...